Что тут категорически неправильно. Там стеклянные окна, пули проходят сквозь них. Все должны стоять возле кирпичной стены слева. В этой ситуации гражданские не знают, что нужно делать. Они видят вас, вероятно, понимают, что вы поможете, но они напуганы. Мы не палим из тазера по запутавшимся людям. Всем привет, с вами Крис Коп. Я вновь в Gamology с обзором новой старенькой игры. Что мы сегодня посмотрим? Наконец-то SWAT 4. И пока мы оцениваем эту игру, вы можете перейти на мой канал и посмотреть, как в нее играю я сам. В этом моменте забавно то, что такая оптическая камера не существует. Я уверен, что в федеральных агентствах с кучей денег есть что-то подобное, но никто не засовывает под дверь такую штуку, чтобы изучить внутреннее пространство. Что касается отмычек, в моем отряде нет ни одного человека, который знает, как открывать с их помощью замок. В качестве командира SWAT я даю команду выломать дверь своим взломщикам. В зависимости от типа двери, это полая дверь или твердотельная, где у нее петли, какой тип замка. Взломщики сами принимают решение о том, как и чем они будут взламывать эту дверь. Тараном, тараном с насадкой. К слову, у нас нет C2. Но в некоторых департаментах, например, в Лос-Анджелесе, там, где расположены большие команды SWAT, по всем штатам, в крупных городах, в Нью-Йорке, вероятно, у них есть что-то подобное взрывчатке. У нас есть этакий взрывной шнур, который мы используем для создания новых брешей. Но это в новеньких отрядах. В моем ребята до сих пор пользуются старыми добрыми таранами. Я уже играл в SWAT 4. Всегда забавной ситуации, когда вы кидаете нелетальную гранату, попадаете в косяк или дверную раму. Она отскакивает, вы убегаете, и все бойцы в отряде понимают, что вы накосячили. Клинья хороши для открытия дверей, но вот для блокирования они не очень подходят. Если подозреваемый реально захочет выбраться из комнаты, то он просто выстрелит в клин или выбьет доски из двери. Это тонкости, с которыми нам необходимо работать, которые нужно учитывать при сдерживании подозреваемого за закрытой дверью. Играя в SWAT 4, лично я все время устанавливал клинья, чтобы не дать подозреваемым выйти. Мы не полагаемся на клинья при сдерживании людей. Лучше отрезать одного из бойцов SWAT следить за подозреваемым, особенно если мы точно знаем, что один из подозреваемых прямо за дверью или в определенной области дома. Тогда мы точно оставляем там бойцов. Что особенно забавно в SWAT 4, это то, что у вас есть 4 бойца и командир отряда. Моя команда состоит из 18 человек. Часть из них нужна для создания внешнего периметра, чтобы быть уверен, что подозреваемый не выпрыгнет из окна или задней двери. С нами такое часто происходит. Так что моя основная трудность с игрой заключается в том, что мне трудно разгрузить свою голову и играть как обычный игрок, потому что я не беру на задание 4 бойцов. В случае непредвиденной ситуации я могу поставить много людей рядом с дверьми. Довольно интересное различие, на мой взгляд. Но вернемся к взламыванию дверей. Пока я смотрел видео, я вспомнил, что у меня есть знакомый. Знакомый парень, который умеет вскрывать замки, но мы не используем такое умение. Мы просто выбиваем дверь и делаем все быстро. Конкретно в этом видео игрок использует множество флешек, так? Чтобы удобно врываться в комнаты. Но флешки могут нанести человеку вред. Мы не делаем так, если внутри гражданские. Светошумовые могут пагубно влиять на маленьких детей, на людей в возрасте. В общем, нельзя просто так кидать флешки и газ в комнаты. Мертвый оперативник — это хреново. В реальной жизни мы обезопасим его, тут же вытащим оттуда и передадим парамедикам, или проведем медиков к нему. Как я и сказал, у нас больше оперативников, чем в игре, но мы не будем продолжать миссию. Единственный вариант, при котором миссия не будет тут же завершена, это спасение заложников. Мы на острие копья, и нам нужно двигаться очень быстро для нейтрализации плохих парней. Это единственный случай. Во всех остальных
реальных сценариях, поиск наркотиков или приход в дом с орденом на арест. Если в этих ситуациях боец умрет, мы останавливаемся на этом этапе, сворачиваемся и думаем, как мы можем изменить тактику. Мне нравится эта камера. Пользовался ей пару раз, но только в игре. Интересная вещь, которую я хочу упомянуть. У SWAT нет никаких регламентов по освещению. Мы стараемся не светить на наших оперативников, чтобы не делать их более легкой целью для плохишей. Но SWAT 4 — это довольно темная игра. И я просто оставлял фонарик включенным все время. Заодно люди, которые следят за моей игрой, могут видеть, что происходит. И это реалистично. Во время наших заданий иногда приходится работать в условиях крайне низкой освещенности. Так что да, пора бы нам уже ввести регламенты по работе со осветительными приборами. Это бы помогло структурировать нашу работу еще сильнее. Еще один клин. Не стоит на них полагаться. Думаю, самым крутым решением в геймплее SWAT 4 было позволить противникам стрелять сквозь деревянные двери. Во всяком случае, я читал о таком на форумах этой игры. Заметили? Плохой парень попытался наставить оружие на оперативника. В этом моменте показано правильное использование силы. Так и нужно. Тот парень поднял руки, но как только мы подошли, тут же схватился за оружие. И командир отряда сумел нейтрализовать его до нанесения урона оперативнику. Это забавная часть игры. В ней вы используете тазер, чтобы принудить гражданских сдаться. Это самое смешное, что я видел в этой игре. Это гражданский, невиновный человек. Нельзя стрелять по нему тазером и укладывать на землю. Просто в игре вы не видите реального эффекта тазера. В этой ситуации гражданские не знают, что нужно делать. Они видят вас, вероятно, понимают, что вы поможете, но они напуганы, их мысли запутаны. Это мы понимаем, что к чему. И что мы делаем? Хватаем их, укладываем на пол, заковываем в стяжки, чтобы точно понимать, что хорошие люди хорошие, а плохие плохие. У нас есть спецкоманда, которые уберут этих людей с места преступления. Мы не оставляем их посреди комнаты, как это можно видеть в игре. Но, окей, это просто игра. И это приходится делать. Мы выводим таких людей в безопасную зону и передаем их в руки других офицеров, ответственных за ситуацию. Мы не палим из тазера по запутавшимся людям. Мы не делаем этого с безоружными людьми. Они же не знают, что нужно встать на колени лицом от нас. Мне не очень нравится читать о видеоиграх. Я просто запускаю игру и пропускаю обучение. Когда я встретил своего первого гражданского, который не реагировал на мои команды, я подумал, я делаю что-то не так. Я начал бить по кнопке действия. Ложись на землю, ложись, немедленно! И потом я такой, а что я вообще тут делаю? В конце концов, я взял в руки шокер и выстрелил в гражданского. Я подумал, вы должно быть шутите. Вот так мы обходимся в этой игре с гражданским, которые не знают, что им делать. Черт! Разработчики садисты! Что мне нравится конкретно в этом заходе в комнату, это тот случай, когда боты-оперативники сделали все верно. Имею в виду, что я играл в игру и видел разные видео. Когда вы, игрок, используете флешку, газовую гранату или перцовый баллончик, иногда при этом бот, который открыл дверь, тоже использует снаряжение. Мы никогда так не делаем. Человек, открывающий дверь, ответственен за единственную вещь — открыть дверь. Второй или третий за ним оперативник должны прокинуть устройство внутрь помещения. Я говорю второй или третий. Это зависит от того, как открывают дверь. От себя, на себя, с какой стороны ручка двери. У нас всегда должно быть летальное прикрытие. Используем не летальные средства, но имеем возможность применить летальное оружие. Это обеспечивает безопасность оперативников. Я бы ударил шокером этого парня. Он просто ударил его кулаком. Это нормально, но зависит от того, что вы видели. Потом нужно будет отобразить это в своем отчете, потому что мы отчитываемся за каждое применение силы. Почему мы использовали флешку, почему я ударил женщину шокером, почему ударил мужчину кулаком, зачем пнул. Все это подотчетно. Каждый оперативник делает это. Пишет, почему он счел нужным применить именно такой способ воздействия.
Я не могу много к чему придраться в том, как они проводят зачистку помещений. Мы делаем это немного по-другому. Как я уже сказал, у каждого своя задача. SWAT — это штурмовая группа со спецвооружением. Мы заходим в помещение вдвоем, втроем, а иногда и большим количеством бойцов. Это зависит от размера помещения. Что тут категорически неправильно? Там стеклянные окна, пули проходят сквозь них. Те оперативники точно не должны стоять там во время входа в здание. Все должны стоять возле кирпичной стены слева. Приглядитесь к бойцам. Они все в состоянии низкой готовности. У всех оружие опущено. Когда они входят, поднимают оружие вверх. Так никто не делает. Я не смотрю в прицел, когда захожу в здание. Причина этого в том, что так оружие будет частично перекрывать мне обзор снизу. Когда я в низкой готовности, я вижу все и везде. Я все время смотрю по сторонам. Итак, держим здесь. Когда я вижу цель, я направляю оружие на того парня. Убеждаюсь, что все в порядке, и опускаю оружие, если вокруг безопасно. Еще раз, это игра, но каждый раз, когда они движутся, оружие все время здесь. В голливудских фильмах делают то же самое. Отлично, идеальное расположение. Два бойца по обеим сторонам двери. Мы никогда не обследуем комнаты в одиночку. С нами всегда находятся другие оперативники. Похоже, что кого-то подстрелили. Меня веселят позы, в которых умирают люди в играх. Те из вас, кто играл в SWAT 4 или смотрел видео по этой игре, знают, что командир отряда всегда общается с его членами определенными командами. Я командир SWAT. Мне звонят командиры групп, чтобы узнать, что происходит. Я прожженный сватовец. Я был сват-оперативником, сват-медиком, помощником командира сват. А сейчас я командир сват. Я нахожусь в специальном командном центре. Это та информация, которая мне нужна, чтобы понимать, идет ли операция как надо, или возникли какие-то проблемы. На самом деле, все построено на доверии, потому что командиру своего отряда я доверяю на все 100. Если он скажет мне, что хочет сделать что-то, я точно дам на это согласие, потому что уверен в его экспертности. С другими командирами также. В общем, постоянные краткие доклады обо всем происходящем — это то, что мы и делаем в реальности. Сейчас мы видим, как он проверяет проходы или что-то в этом роде. Ведут отсчет. Буду честен, C2 потрясающая штука. Рад, что у некоторых команд SWAT она есть. Жаль, что нет у моей. Ее преимущество в быстром взрыве. Он отвлекает всех вокруг. Нам нужно отвлечь всех и каждого внутри помещения. Если что-то позволит нам не применять силу, это именно то, что и нужно делать. Многие думают, что SWAT постоянно ранят людей. Мы — это, по сути, полиция. Полиция не хочет ранить людей. Мой опыт говорит о том, что если мы можем выполнить задание вообще без применения силы, это замечательно. Поэтому у нас есть такие инструменты для запугивания. Поэтому мы кидаем светошумовые и газовые гранаты. Когда все внутри помещения ошарашены, мы можем безопасно взять их под стражу. Окей, ты пойман. И на то есть причина. Так что содействуй нам. Вот для чего это все. Red team, stack up. Одна вещь меня очень забавляет в этом моменте. Он делает это прямо сейчас. Берет оружие со стола. Могут возникать ситуации, когда мы берем оружие, чтобы его не использовали. Но чаще всего... Неплохая стрельба. Чаще всего команда, которая зачищает помещение, не трогает оружие. Мы обезопасим его, когда это можно будет безопасно сделать. Мы не собираем улики. Мы не ищем отпечатки пальцев. Этим занимаются другие люди. Задача SWAT в том, чтобы войти в здание, зачистить все его помещения и выйти из него. Уже потом приедут детективы и займутся своей работой. Red team fallen. Интересная информация о мертвых подозреваемых. Мы тоже надеваем на них наручники, даже если знаем, что они мертвы. Я не могу объяснить это вам ничем другим, кроме того, что кто-то, кажущийся на 100% мертвым, может быть жив. Вы можете не нащупать у них пульс, но они станут угрозой, когда вы оставите их позади группы. Такое можно увидеть в различных полицейских видео, которые показывают офицерам полиции. После стрельбы на всех подозреваемых нужно надеть наручники. Нас этому обучают. Когда приедут медики, мы прикуем их к носилкам.
Мое заключение по SWAT 4. Мне нравится эта игра. Она довольно реалистична. Да, в ней были некоторые неправильные моменты, но это ведь игра. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео, и заглядывайте в группу ВКонтакте. С вами был Крис Коп и Гомолоджи. С наступившим 22-м! Blah, I forgot what else I was supposed to say. I'll try that one more time. Alright. Blah, 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 blah. So, what am I... okay. I can... no, come on. Game all... Blah. This is Chris the Cop in Game all... Game all... Blah.